Добрый день! Сегодня начинаем утеплять кирпичную стену. Кирпичная стена из пустотелого кирпича. В один кирпич. Ширина кирпича 250. Почему я выбрал утеплитель типа ФОЛ? Хоть выбирал из минеральной ваты, теплоплекса, пенопласта. У минеральной ваты нужно ставить мембрану. У теплоплекса он на солнце выгорает, его нужно прикрывать. И надо стыки пенить, листы стандартные метр на полметра. То есть таким образом неудобный монтаж, если пенопласта и техноплекса. Минеральная вата поглощает влагу, со временем рушится. Рушится любой утеплитель, не спорю. Но типофол для меня покорил мое мнение о утеплителе. Хоть да, я считал его фольгированный, что тут утеплять. На самом деле все намного иначе. У нас на утеплителе есть вот такие замочки. Они нужны только для того, чтобы стыковать данный утеплитель. Сверху он есть, снизу есть. Чтобы его потом спаять феном, чтобы образовалось одно единственное полотно. Для того, чтобы не было мостиков холода в данном варианте. Далее греем стыкуем и разглаживаем. Даже можно увидеть, что он здесь уже прилип. Продолжаем. Самое главное, сильно не перегревать. Углы лучше не подрезать. Углы лучше закруглять, давить. Вот, потом это все проклеить, и у вас должно получиться гермичный шов и соединение. Вот, на этом у меня все. Старайтесь, делайте все своими руками. Все, до свидания.